Всем привет, меня зовут Кэт, и вы смотрите Puzzle English. Английский можно учить по учебникам, а можно по сериалам. Давайте сегодня поговорим о... Так, подождите. Что за дела? Очень странные дела сегодня происходят в Puzzle English. А давайте о них и поговорим. Почти 3 года фанаты «Очень странных дел» ждали 4-го сезона. И вот, наконец-то, он выходит. Я нашла интервью ребят, которые играют в сериале, где они говорят о премьере и надергала вам из него интересную лексику. Само название «Очень странные дела» в оригинале звучит как «Stranger Things». И это половина устойчивого выражения «Stranger Things Have Happened», которое переводится как «Всякое бывает» или, если дословно, «И более странные вещи случались». The most terrifying villain of the series. The most terrifying villain of the series. Здесь нас интересует словосочетание terrifying villain, ужасный злодей. Villain часто используют, чтобы описать роли в фильме, кто там герой, а кто злодей. В жизни вполне себе тоже можно. Fine, you the hero, I'm the villain, are you happy? Ладно, ты герой, я злодей, ты доволен? We kind of sound like broken record. To sound like a broken record – это звучать как заезженная пластинка, все время повторять одно и то же. I think that's always the goal with Matt and Ross, is they kind of just want to up the stakes. Здесь нас интересует фраза to up the stakes – повышать ставки. А здесь она используется в контексте того, что создатели шоу, Мэтт и Росс, каждый сезон делают все более зловещим, то есть повышают накал страстей. Bittersweet. I was like in tears. It's bittersweet. И еще одна фразочка. I was like in tears. To be bittersweet – это про сладкую грусть. Герои обсуждают, что этот сезон последний, и это вызывает у них вот эту самую сладкую грусть. Ноа, который играет Уилла в сериале, говорит I was like in tears. To be in tears – быть в слезах. Ну и слово паразит like. It's the beginning of the end. It's the beginning of the end. Драматичное выражение, у нас оно тоже есть. Это начало конца. We had suspicions. Ребят спрашивают, знали ли они, что это будет последний сезон, и Гейтон отвечает, что у них были подозрения. Обращаю ваше внимание, что во фразе «иметь подозрения» нужно использовать существительное во множественном числе, да? To have suspicions and на конце. А вот фраза «подозревать что-то» строится через глагол to be плюс прилагательное suspicious s на конце. He was really suspicious of meeting me until I reassured him I was not writing about him. Он был очень подозрителен по отношению ко мне, пока я его не уверил в том, что писал не о нем. We've literally watched you guys grow up. Literally переводится как буквально. Вы, ребята, буквально выросли на наших глазах, говорит ведущий. Потом они как раз это обсуждают, и как это было проблемой с сезона в сезон. И Гейтон говорит, что ему как раз, в общем-то, было неплохо, потому что он достиг своего пика роста в 14 лет и вряд ли больше вырастет. А вот Ноа уже во 2-м сезоне просили пригнуться, потому что он вымахал. They told me, like, you need to lower your pitch of your voice. You have to speak at a different level and stand shorter. And... To lower, понизить, the pitch of your voice, это высота голоса, да? To speak at a different level, говорить на другом уровне, ну и stand shorter, это стоять так, чтобы казаться ниже ростом. Дальше они разговаривают о том, что, несмотря на то, что эти изменения были заметны, это нормально, потому что и их герои, так же, как и сами актеры, менялись. It makes sense, говорит Гейтон. Это имеет смысл, в этом был смысл, это можно было понять. That kind of sums up the season. Ведущий шоу спрашивает Сэйди, не страшно ли ей было сниматься, а потом смотреть некоторые зловещие сцены. Она говорит, что уже привыкла к спецэффектам. А вот особенно та сцена в трейлере, где она парит в воздухе, да, на нее он обращает внимание, но Сэйди отвечает, что не может раскрыть подробности, потому что этот момент kind of sums up the season. To sum something up. Подводить итог, подытожить что-то, то есть, да? То есть эта сцена подводит итог всему сезону, и она не хочет спойлерить. A lot of your best lines in the last season were kind of ad-libbed. A lot of your best lines were kind of ad-libbed. Здесь ведущий использует интересное слово to ad-lib, еще и существительное ad-libs.
во множественном числе, например, да, которая переводится как импровизировать, то есть актриса придумывала сама свои лучшие реплики. How she contributes to the team. Uh-huh. How she contributes to the team. Вот слово contributes или contribute можно произносить и так, и так. Переводится как вносить свой вклад, привносить что-то. It was really cool to see not just the sassy side of Erica, uh-huh. but what she brings to the team as well. Здесь нас интересует слово sassy. Это такой нахальный, самоуверенный, но в хорошем смысле. Ну и фраза to bring to the team перекликается по смыслу со словом contribute. Давайте ударение сюда поставим в этот раз. Что она дает команде, вот этой героине? The bowl cut. Bowl cut. Ну а дальше все начинают прикалываться над стрижкой Ноа. The bowl cut. Это стрижка под горшок. We'll have to wait and see. Yeah. We'll have to wait and see. Это финалочка, подождем и увидим. Или, как мы говорим, поживем, увидим. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Учите английский с Puzzle English. It's a party animal.